В нашу редакцию поступили кадры последствий сегодняшнего ливня, прошедшего над Орлом. Практически весь центр оказался затоплен. Ливневая канализация не справляется с таким потоком воды. А под Александровским мостом размеры наводнения достигли апогея. Там оказались затопленными около десятка машин. Уже известно, что за полчаса выпала полумесячная норма осадков. Посмотрел туда, увидел, что просто машины под крышу стоят в воде. Это было жутко. Это еще в том году было. То есть прошел год, ничего не изменилось. А есть смысл кому-то претензии предъявлять? Ну, видимо, есть. Сейчас вышло, потому что сработала сигнализация, и машина оказалась полностью в воде. Звонила в страховую компанию.